Доброе утро, мои дорогие. Ну, наконец-то. Правда, есть еще облачка там. И солнышко не сильно так светит, но... Ой, хоть уже нет дождя. Да, Чернушечка? Вот. А я сейчас договорилась с Толиком. Вот. И он отвезет меня на Беляус. Еще лужи не просохли. Да кого ты гавкаешь, что нет никого? Чудо. Так, звонит, наверное. Ой, эти крымчане. Вот договорились же на 10 часов. Вышла, стою, жду. Потом думаю, нет, надо позвонить. Ой, сейчас, Люба, сейчас еду. Никогда вовремя. Никуда не торопятся. И главное, 3-5 минут. Сейчас приеду. Ага. Уже 10 прошло. Да. Едет наконец-то. Вот это мы вот вдоль моря так и едем. Да, по-моему, отсюда и море, по-моему, а то такое все сливалось. Сейчас скоро уже приедем. Ну все такое вот по сезонам. Почему-то правда? Правда, блин. Знаменитый замок. Ну правда, честно. Я говорю тебе, а тебе говорю. У меня от них разрозу, как они поехали на западенщину. Вот они там взяли. Как она сказала? 20 тысяч поменяли рубли. Мое любимое место. Мы с Алиночкой сюда приезжали, пока она еще могла машину водить. Зимой приезжали, когда шторм, такие волны, тут же открытое море. Теперь вот без нее. Меня просили девчонки показать работы Алинкины, керамику. Девчонки, вот не могу, пока не могу. Я все собрала, по коробочкам разложила. Снимать не могу. Видимо, еще не прошло время. Вон.
Вот она красота. А то что там этот пляж в Черноморске? Лужа. Толик тоже идет. И в понедельник утром мы приезжали на работу. Вот так отдыхали. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник утром. Я там 6 часов выезжаю оттуда с утра. И мы до самого до снега. Палатки потом сначала не брали, потом брали палатки. Там они вот такие пытались, палатки было. Димка был маленький. Я своих, моих там, моих детей тогда не помню. Не было, с одной стороны. Мои завезли сразу бабам тут от 15 километров, там две бабы туда отдали. Есть что вспомнить. Ну ладно, пока море. Пока. Крабов много было. Красиво. Ну как? Оно красиво, но оно понимаешь, как тебе. Ну как? А вот кто эту ветку сюда купил? Волной вынесло. Разве? Конечно, разве? Шторм когда. Ну, он, видишь, здесь чего только нету. Ну это волна, наверное, тут вот сюда доходит. Ну да. Похоже, что вот весь ровненькая. Угу. Когда большие шторма. Я тебе скажу, вот там. Один раз попали мы на шторм такой, вот на той стороне, вот там, где вот обрывы. Вот, так вот мы вот так вот поднимаешь тебя, поднимаешь сверху, кто сверху смотришь, снизу маленький такой там плавает. Вот. А снизу смотришь наверх вот так вот, как дом, волна. Ну я не знаю, ну метров 10, наверное. Вот такие вот там было, туда к берегу, там к обрыву вот такая оттуда. Тут я не знаю, может она такая тут плавно, может такая не будет. А там оно как-то вот отсюда вот туда. И вот такое было. Здоровенно. А, то вот так стоишь, волна уходит. Кто-то кого-то поперло, вот сейчас смотришь вон туда, смотришь, а сам стоишь по колено. Вот, представляешь, по колено. А потом только гух! Назад тебя откидает туда, ты дна там и близко не достаешь. Да. Какой разговор? А то. Там еще и внутри здания есть, и пляж у них оборудованный, все как надо. Вот эти вот поселочки, они такие симпатичные, конечно, но а чем тут заниматься вообще? Вот, ну, вечером. Да я не знаю, как чем тут заниматься. Куда пойти? Ну чего? Курортный поселок. Ну, поселок. Ну, туда-то я провести тебя. Да. Подожди, прятный. Вон, Колм. Колм. Золотой. Колм. Нет, это Колм поселок. Это. А, кафе у них тут есть. Строительство еще идет. Да, стройка. Люди работают, увидишь, колымсики. У капитана.
продукты надо. Не работает, наверное. Сейчас-то нет, наверное. Ранчо, Мираж, названия такие. Все. Да, тут вот это все, мы-то люди все рабочие. Поприезжали. Ты видишь, как это туда пошло, и вон черт знает куда пошло, в степь. Далеко стройка пошла. Мы туда не поедем. Да? Забором обнесено все. Ну, вся территория. Сторожит, наверное, кто-то все равно кто-то. Конечно. Там, потому что такое дело, что люди... Километров 25 получается, да, от Черноморска. А то не скажешь, начнут спрашивать, писать, а сколько километров? Так, примерно 25 для круглого счета. Да. Так, степь. Без конца и края. И степь. Этот конец, и как оно получается, поедешь на Ленинку, тоже 25 где-то. Если там поедешь к морю, там дальше понад морем, ну чуть больше будет, ну примерно 25, и там, и тут так. Вот подъезжаем уже к Черноморску. Центр цивилизации. Он вышка, это комбикормовый завод был. Закончилась одна стола, вот это все там развалино уже. Здания какие-то серые рядышком. Я там работал, но его видно, мы там на море проходили. Да, где-то 15 километров уходили от берега. 15 уже нет. После персонала работы, ну, около 10 километров точно. Потому что дальше опасность была на границу вылезти. А его видно было далеко от этого. Здесь море, туда ориентир был. Труба. Вот это видно было. И вот эта труба. Вот сегодня среда, сейчас на цыганский рынок заеду. Это мне уже Оксана звонила. Говорят, может быть, отвезти тебя. Я говорю, да ладно, сейчас съездим. Все, пошли всякие растения, садоводство. Так, а чего я хотела? Эта резина идет, она когда охлаждается, она может быть. Будет лежит по 2 часа, она убежала. Где ты говоришь вторую? Лавровый лист.
нету, наверное. А, ну, мы там были с Голубцовой. Беленькие почищаем, шпинатик, салатик. Скупаться? Не знаю, чего мне хочется. Не знаю. Капуста у меня есть. Так, огурцы у меня тоже есть. Да. Надо перчику, наверное, взять. Вот, купила два перчика. Так, а чего же еще-то мне взять? Пойти, наверное, в мясо сходить. Хотя у меня свинина есть. Поймала здесь. Привет. Вычислила. Красотка. Сразу. Думаю, блин, у нас такие маршни не ходят. Что ищем? А, перчиков купила болгарских этих вот таких. Ага, понятно. А я рыбу взяла. Мужу пожарил. Ой, какие. Ой, какие. Ребята здоровые такие. Ой, как вам тесно-то. Оксана сказала, что... Давайте, не спешите. Сказала, что продают рыбу прям чищенную. Карпа. И прям мне захотелось. Thank you.
В нашем деле главное вовремя остановиться. Там сумка, тут сумка, господи.